перевод направо. Жафяров, пауза, перевод. Агустино не забивает. Там пытался закопать шайбу Агустино, но невозможно это было сделать, потому что весь низ Рыбар перекрыл. И Моисеев все-таки первый на шайбе. Классный момент. И низом. Как там шайба не прошла под щитками Рыбара, непонятно. Дальше туда Поленков. И вот здесь Рыбар все-таки там успел он прижать шайбу ко льду. Сергей Толчинский входит в зону. Передача изумительная. Иван Телегин не использует свой момент. Рыбар забирает эту шайбу. Здорово сыграл вратарь Минчана в этой ситуации. Иван Телегин не сумел реализовать свой момент. Лихарь постепенно выдвигается на одного из игроков. Добивание опасно. И спасение от Патрика Рыбара. Фантастика! Пустые, просто пустые ворота были перед нападающим Северстали. Но там был и Патрик Рыбар.